Всем привет, ребят! Как обычно, у нас китайка, и как обычно, у нас сейчас будут обзор топовых акций на Китае. Эту акцию я вам уже показывал. Топовые плюшечки дают. И опять сегодня у нас дали топ-акцию на смену талантов и дают священный огонь. Вот так вот, ребят. Сейчас я это все заберу. Отличные акции, не знаю, балуют китайку. Уже намного ярче аккаунт становится, чем даже на основе в своем роде. Может даже и больше силы прокачать. Посмотрим, время покажет. Так, окей. С этим мы разобрались. Забираем плюшки. Ну, так вот, это первые плюшки. У нас акция идет кристальный сундук. Я вам уже показывал. Сейчас мы будем ролить, в принципе, талантики опять на героев, чтобы забрать священный огонь. Поехали. Коробок обнови немерено будет. Будет чем нам заняться. На Китае уже герои более-менее прокачаны. Так, единичка. Смотришь 20-20, думаешь, блин, там топовый талант. Там только единичка. Так. Это все хорошо. Бум, бастион. Вот так вот прям сразу баст. Практически. Так, что у нас тут есть? На бастион. Ремка. В принципе, поменять можно. Поставить вместо ремочки. Окей, поехали дальше. Где наш стрелок везучий? Там разбросик, конечно, вкачанный. Можно было и разброс. Но ремка мне не особо нужна. Тут ремка рунами уже есть. Более чем достаточно их. Так, ну давай. Рандомчик. Вот такие акции надо копить эти на китайке здесь. Карты смены. Так, ну это не надо. Бег там не нужен. И потом можно нормально за 120 штук забрать сразу топовый талантик. Так, 4-5. Мне уже, честно говоря, тут некому даже ролить, по сути. Так, тыковка. Рассвет. Сейчас, может, кого-то найдем. В принципе, можно паладину поставить. Зачем ему там эта ремка сейчас особо? Лучше быстрее прокачаем. Так, поехали. Меняем, короче, сегодня ремки. Вот так вот. Дожились на китайке, называется. Так. Поехали. Надо к архидемону будет успеть всех героев прокачать. Так, ну ракушка однозначно никому не нужна. Бесполезный талантик. Берс пятый тоже не нужен. Для тыковки самое то, но у нас, к сожалению, здесь тыковки уже это переросли. Так. Ну давай. Что там у нас следующее будет? У нас, по-моему, здесь ведьма без замедления, если я не ошибаюсь. Надо на ведьму. Стойкость четверочка. Ну, такое себе. Ну, не очень как-то. Ну, в принципе, падают хорошо пятерки, но гнев не нужен. Не заморачиваюсь я над ним пока. Так. Ну давай. Блин, вот эта табличка, конечно, раздражает так, но ничего не видно. Бывает, даже на скорости ролишь и не успеваешь посмотреть, и просто пролистываешь. Так, четверка не надо.
Так, сколько мы там уже потратили? Не знаю, сейчас посмотрим. 5-5 коррозия. Вот так вот. Так, что у нас? Все, уже 35, отлично. Быстро это все пролетело. Забираем. Все, получаем. Вот Фрея, камешки на прокачку. Блин, круто, круто, круто. Забрать. Раз, ребята, забрать. Забрать, забрать. Забрать. Радует, радует китайка. Так, ну все, вроде все, мы закончили. Вот так вот, еще одни плюшки. Супер, супер просто. Давайте сейчас посмотрим, что у меня уже делается на складе. Покажу вам на сегодня склад кита, что тут есть. Если вы хотите увидеть обзор алтаря, то, что я уже прокачал, я это сделаю, 220 тысяч силы. А с вас 1к лайков и будем дальше бороться за топ на Китае. Так. Так, куча плюшек разных. Давайте сразу прокачаем, кого я там качал. Сейчас посмотрю. Да, сюда надо замедление. Но будем ждать уже обнову. Так, тут прокачанный. Тессу я пока не трогаю. Я ее не использовать не буду. Вольт. Так, ну нам однозначно надо друида качать. Химку. Новую химку. На архи надо докачать в первую очередь. Ну и друида надо будет. Чтобы открыть 12 скиллы. Очень много надо всего еще прокачать. Так. С этим мы разобрались. Ну вот куча скинов. Я пока их не трогаю, потому что надо очень много кагашек. Кагашки сейчас все уходят у нас на прокачку наших скиллов у героев. Сундучки на просветы, на ковку рун будут оставаться. Но пока это все на просветы идет. Ну, карты я в кабашку здесь не хожу, как на основе. Вот столько уже рун. Карты копятся. Начал опять копить карты забытые. Хочу набрать 2000. Пока набрал там около 1900. Но я просто так от фонаря пошел. 25 коробок уже, ребята, есть. То есть по чуть-чуть копим. Ремочки, берсы, разбросы, куча талантиков, воодушевление, грубое. Ну, самое основное здесь, смотрите, как копятся таланты. Будем кому-то ставить, тестировать. Сделаю сначала тесты на основе, потом на китайке будем еще, возможно, других героев тестировать. Посмотрим. Коробки. Так, это плюшки. Ну, по героям тут, конечно, это не основной аккаунт. Попроще все. Ну, в принципе... хватает. Коробки я не открываю. Карты я коплю. Пока что давайте пооткрываем сундуки замка. Вот так еще коробочка. Одна и две на смену. Отлично. А что нам с четверок упадет? Отличненько. Еще слизни. И 150 коробок. Супер. Два сетика. Вот живы не хватает. Здесь с этого живы вообще такая проблема у меня. Хотелось бы, конечно. Так, что у нас тут есть? Ну, куча сетиков. Как видите, все, что хочешь. На любой вкус и цвет. Вот пятерки, которые мы забрали. Надо, кстати, их открыть. И переделать. Так. Я все пятерки стараюсь. Четверки. В эмблемы. Так, есть. Ну что, трешанем, попробуем. 7 сумочек. 20. Это где-то 3. Это тоже пооткрываем. Тут и скины падают. Так, 20 осколков Асуры. 80! Фига себе! 80, ребята, это удача. Это реально удача. Так, питомцев надо повытаскивать.
Здесь питомцев надо будет прокачать под архидемона и под локации, чтобы больше набивать. К этому тоже мы дойдем. Хотя бы 26 уровень, чтобы бонусы максимальные были. Яиц немерено, надо будет этим заняться. Так, отличненько. Это тоже забираем. Так. Ну, вроде как бы все. Так, ковать. Пятерки. Что тут у меня собралось? Воодушевление. Ну, воодушевление и исцеление в первую очередь буду делать, потому что они для тыковки нужны. Вот ремочка еще и железная воля. Также здесь есть железная воля уже 6 уровня. Ее давали, тоже показывал, видосик есть. В общем, так вот, ребят, по чуть-чуть. Китайка движется в топ. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Буду уже дальше прокачивать силу и делать вам обзорчики. Ссылочки на конкурсы в описании. Всем пока.